Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Сегодня продолжаем Звездные войны долбить. Значит, все никак я не мог разобраться, как эти шагоходы захреначить. Ну, сейчас все разобрался, сейчас мы будем их валить. Сюжетный режим так и не понял, есть, нету. Благодаря подписчикам и друзьям, значит, да, приобрел полную версию. Данной игрушки. Еще один потерян. Осторожнее там. Да и фона, мать его. В яблочко! Где еще-то, я не пойму. Где-то еще, да, а вот он. Ну-ка. Давай уже, давай. Есть. Так, где этот шагоход, я не пойму. Отлично! ATST готов! Так, ну все, с этим разобрались. Сейчас будут двухногие, да, ребята? Будем их колбасить. Шагоходы. Двух, четырех. Двух мы только что разобрали, да? Первый транспорт вылетел. Первый транспорт вылетел. Так, вот теперь с этими будем бороться, ребята. С этими. С этими посложнее маленько. Используй буксировочный трос, чтобы повалить AT-AT. Нашим бластером не пробить его броню. Используй гарпун. Так, и вот мышкой. Разобрался я как-то. Давай. Вот должен он, блин. Чем там свалился, нет? Нет, походу ни хрена не прокатило. Да ты вверх-то так ешкин кот. Используй гарпун с буксировочным тросом. Давайте. Даем, е-мое. Отсоединить кабель. Че, завалили его, нет? О, есть контакт. Где он? Отличный полет! Отличный, это хорошо. Где шагоход? Потом. Шагоходы эти идут в атаку. Ага, вижу. Вижу, что идут. Пляхать твои дивизии, все. Попробуйте еще разок. Хреново мандосе, надо было мимо лететь. Сорян, ругаюсь. Берегитесь, берегемся. F2, F3, я даже не знаю, что это такое. F2, F3. Ладно, не буду ничего нажимать тут. С этими F2, F3. Ой-ой-ой, давай, дружок. Так, держи. Да ебана, мама. Цеплять уже трос этот. Нормас. Завалили этого. Утверждаю.
бляха, давай, ниже. Ещё немного. Ещё, давай, немного, уже устал я тут. Держать, давай! Завалил, сволочь, нет? Блин, ну мы что, его завалили? Последний шагоход спит. Так, сейчас что-то их пойдет, тут очень много. Не знаю, как эту миссию тут добить. Так я не пойму, ребят, сюжетки что-то не могу найти. Еще, может быть, после обучения что-то тут появятся какие-то возможности. Хотя... Да какой гарпун там? Там бананы втыкают. Гарпун используют. Давай быстрее. А что такое один интересно? Ух ты, ё! Вернись и сражайся! Сейчас вернемся. Не бояться. Да японский городовой. Эти хрены ходячие. Шагоход находится в зоне нашего огня. Уничтожьте его. Генератор в радиусе поражения шагоходов. Сдохни ты, собака железная. Так, вот сейчас тут нам надо как-то, ребята. Выше. Давай уже, давай, падай. Есть, нормас. Давай. И чё? Чё случилось? Да ладно. Мы чё, просрали, что ли? Опять заново. Ну давайте ещё раз. Жизни нам не хватило, или дошёл он как-то быстрее, не пойму. Или эти маленькие, может, на маленькие не надо обращать внимание. Сейчас попробуем другой тактикой. Давайте больших валить. Пропускаем. Эвакуация проходит успешно. Маленькие нас расстреляют, я так думаю. Просто как мы? Да прибудет с нами сила, ребята. Все, полетели. Где цифра 1? Где они? Эти шагоходы, эти малыши, это я понял. Где эти шагоходы, что я не понял? Что-то как-то я их упустил, что ли? А, блин, это ж первая миссия, ё-моё. Я ищу большие. Я
большие все еще. Да что такое-то? Чудо не пробивайся, что мне не пойму. Минус один двуногий Все, по-моему. Это последний! Транспорт готовится к взлету. Да, клевое управление этих самолетиков, ребята. Только единственное, что как там с этими большими, видите, оно не начинается с того места, где жизни кончились, а все изначально вот эти первые миссии все на проходили. Это меня утомило, Сергей. Первый транспорт вылетел. Имперские ТНТ уничтожить. Сейчас попробуем. Используй буксировочный трос, чтобы повалить ТНТ. Нашим бластерам не пробить его броню. Да, мы уже поняли. Используй гарпун. Так, используем гарпун. Еще раз. И второй там где у нас? Отличный полет! Второго не вижу, где он есть. А где-то он есть. Шагоходы эти идут в атаку. Так. Идут в атаку. Давай. Нет, низ. Отсоедините кабель. Есть, ну, сколько у вас тут? А, вот еще один. Иди уничтожен. Использую гарпун с буксировочным тросом. Транспорт скоро завершит эвакуацию. Давайте. Да. Кабель. Завалю же, козлина, а ты смотри, на-ка, получи. Ну так, в принципе, потеряли сколько мы один, да? Последний шагоход спит. Так, вот с этими сейчас как тут надо маленьких валить или больших валить. Большим подлетишь, маленькие расколбасят. Транспорт отчалил. Что-то у меня такое ощущение. Блин, еще эти стреляют. Стреляй по шагоходу гарпуном. Так держать. Давай. Нормас есть. Ура! Используй гарпун. Попробовать, может, маленьких не валить, я не знаю. Да, блин, тут, конечно, надо еще умудриться. Еще чуть-чуть. Еще немного, еще чуть-чуть. Да, твои. Есть. Завалили мы его, нет хоть. Отличная работа. Эти уничтожен. Не в ту сторону, брат. Брат, не брат. Тебе где эти? Вижу.
потерян. Осторожнее там. Уничтожьте шагоход, пока он не взорвал генератор. Генератор в радиусе поражения шагоходов. Еще раз. Ну, падай. Хорошая работа. Так мы что, победили там, нет? Генератор в радиусе поражения шагоходов. Где этот чертов шагоход? Это был последний. Да ладно, неужели прокатило? Что ж будет дальше, ёкарный бабай. Так, копейку, ребята. Есть! Ура! Да прибудет с нами сила! Прошли-то наконец-то, слава богу. Так, что ж будет дальше? Так. Так. Какое заново? Ой. Ну, захват трусом. Все отлично должно быть. Должно быть продолжить, не знаю. Выход. Ох, ёлки-палки. Ну, тут как-то все не очень. Интересно. Так. Так. Не понял. Нифига не понял, тут у нас все пройдено. Так. Задание, обучение, задание. Обучение, все пройдено. Так. Ну все ж я это проходил, ёлки-палки. Нет. С этим мы сражались, да? Давайте это. Ну это мы тоже, по-моему, проходили. Где сюжетка, я не пойму. Вот смысл, ребят. Сейчас там была скидка 75% от полного издания, да? И где все это? Где сюжет там какой-то? Ни хрена нету. Даже странно. Как там открывать эти, все эти прибамбасы? Так, набор. Давайте, конечно, леталку эту возьмем. И вот этот. И начать. Она у нас. Мы захватили ее. Ладно, уходим отсюда. Да ты глушняк. Короче, я так понимаю, что это сетевая сейчас. Ой, как не сетевая, а просто колбасить их надо. Отлично, планы у вас. Мы уже в пути, чтобы вас подобрать. Но пока мы не прибыли, вам придется сдерживать имперские силы. Угу. Держитесь. Держимся, ё-моё. Это что за пушка? Ну-ка. Имперский разведдроид в вашей области. Кто-то бежит. Да, он тут не достает. Может, наверх тут залезть? Где тут? Оп. Блин. Дайте нам звездолет этот. День, вон они. Готовьтесь стрелять по имперцам. Атакуют уже, гады. Да
самолет будет разобраться. Звездолет, самолет. Ладно, к нам кто-то может вперед надо идти, я не пойму. Какой-то супер лазер, ух ты, ё-моё. Воу, вот это тема, ребята. Где-то он тут, где-то рядом. Сказано, засекли разведроид недалеко от вас. Отлично. На радарах не видно ни одного врага. И что? Что делать, раз не видно? Опа, это что такое? К следующей волне. Ну-ка, надо сваливать отсюда быстрее. Враг готовит новую волну. И что? Штурмовики с тяжелыми бластерами. Понятно, что чисто. Недалеко от вас приземлилась капсула. Получен сигнал от первой спасательной капсулы. Захватите ее раньше имперцев. Угу. Давайте попробуем. Сканеры засекли имперцев. Внимание! Впереди еще истребители! Враг все не сдается! К вам летят еще истребители! Истребители, вы о чем, ё-моё? Только я такую хрень, наверное, не собью. Где ты есть-то, истребитель? Отлично, команда! Но имперцы так легко не отстанут! Готовьтесь! Ну, готовьтесь. Что там такое? Капсулу мы так и не захватили, ёлки-палки. Готовьтесь! Готовимся, дай добежать-то, ёлки. Ё-моё! Да ты чё такой живучий-то? Нифига там окучивает. Мы обнаружили разведроид в вашей области. Где ты, долбанный дроид? Сердечки-то где? И убили врагов, это хорошо. А вот и враг. Ага. Были замечены снайперы. Перебили всех врагов, и в итоге что-то как-то я не понял. Где снайперы? Ух ты, как откуда парень? Рядом с вами был обнаружен разведроид.
они не долетели. В каком пути мы чуть не отжали? Мы обнаружили еще одну капсулу. И что? Приготовьтесь защищаться. Вот этого там мне не завалить, я пойму. Чуть не задело. Спасательная капсула у нас. Быстрее, 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 ё-моё. Где этот? Блин, он так низко, собака. Давай, батарейки сели, ёпкарный бабай. Заводись. Побери. У тебя вообще возможно грохнуть, я не пойму. Вон, мама, убегай. Курица. Там еще кто-то мне втыкает. Капсул там говорит. Ой-ой-ой, это кто? Самолетик еще летает где-то.
И долго тут надо колбаситься, интересно. Мы захватываем спасательную капсулу. Враги появились на радарах. Осторожно, тут штурмовики с реактивными ранцами. Приготовьтесь защищаться, они атакуют. Быстренько, ё-моё. Спасательная капсула захвачена. Враг на спит. Имперцы в радиусе сканеров. Долго мне тут интересно бегать, вот я, ребят, не пойму никак. Конечно, красиво, прикольно, но где сюжет-то какой-то есть, нету? Нифига, он там с каким-то шариком бежит. Эй, куда это? Никуда уже. Этот полетел за откуда, ты откуда? Основно. Блин, это опять этот курица-то на двух ногах. Спасательная капсула захвачена. Самолетик еще летает где-то. Все, трындец. У нас курица. Курица завалила. Так, и что? Начать. Это заново, что ли, начнется? Вы все еще можете победить имперцев. Не сдавайтесь. Черт побери, там вилы будут. Где-то курица у меня. Где-то рядом брехает. С
Скорей, скорей. Вот 4, это что такое? Интересно, что подали. Где этот самолетик долбанный? Вот он. Так, теперь курица на ноги, где курица? Давай, блин, он прям на прямую линию. Ну все, уже надо валить, короче. Что такое четверка, интересно? Четверка, ну-ка. Ой, черт побери. Там еще кто-то колбасит. Ух, а вот эта граната какая-то была. Мне конец пошел. Быстрее, 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 быстрее. Сюда, 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 сюда. Он меня тут достанет. Что там прошел? Вертер. Писец. Да японский зацепился. Стал уже убегать от него. Когда ты вот там свалишься, вот тебе все пострелять стреляют. Так сколько этих волн-то надо пережить-то, я не пойму. Впечатляет, тебя впечатляет, а меня что-то не очень. Где это сердце? Где это сердце? Приготовьтесь защищаться! Штурмовики тени атакуют! Приготовиться! Вот он.
Куда надо? Ну, и что делать-то? Как в GTA, ребят, короче, походу, все это ерундистика. Вот что это делает. Бан тебе. Имперцы уничтожены. Ну. Завершено. И что делать? Готовьтесь стрелять по имперцам. Да я бы устал по ним стрелять. Что-то меня это уже припарило, вся эта беда. Имперцы атакуют. Где вы там такуете? Сзади уже я вижу, кто-то должен быть. Откуда он косит, я не пойму. А, вон наверху же сколько лом. Я вижу. Вижу теперь. Да будут достали со своими капсулами. Обнаружена очередная спасательная капсула. Я вижу. А вот и враг. Я рад. Засекли тяжелые ATST. Тяжелые. Они что, были еще легкие? Засекли тяжелые ATST. Приближаются сиди-стремители! Японы, мама. Капсула скоро будет нашей. Вот черт побери. Только что, сейчас меня тут размотают. Меня сейчас завалят нахрен. Охренеть, ребята. Вообще, я в шоке. Как мне добить эти волны? Это осталось-то три волны. Мы еще можем победить. Так, надо самолетики грохнуть. Быстрее. Дети, бляха. Их-то мы завалим. Да на тебе, короче. Блин, три волны, ребята, и походу не пробиться. Но я знаю, все еще можно изменить. Где пушка бластера, я не понял. А, где-то далее. Достижение какое-то там. Да я понял, мама.
что тут бегать от них? Мальчишки даже еще не пулемет и мысли. Давай, ну что стоим-то, японский городовой. Все, что-то случилось. Блин, консоль врубил. Где-то курица чертова. Самолетик это еще, мать его, достал. Где он? Это не тот. Курица идет, курица идет. Пусковая установка наводится. Вот он, вот он, вот он. Ну давай, повернись. Не вытащить мне, по-моему, ребята, тут нифига. Не вытащить. Да где ты там есть-то? Ты где летаешь, чертов ты самолетик? Давай, ну. Все, валим, валим, валим. Там курица идет. Уморился, ребят, уморился. О, мне какой-то пулеметик дали. Можно будет поставить сейчас. Эй, курица, ты где? Четверку поставим вот здесь. Все. Валим. Это что это было? То есть он ненадолго ставится, да, я так понимаю? Что, типа, потеряла меня? А я тут... Иди, иди сюда, иди! О, черт, беги, беги! И ноги отшибать. Это долго ты будешь плясать-то? Ёлы-палы. Больно, избушка на курьих ножках. Ехарный бабай, как нам эти волны достоять до последнего-то, да? Фух. Ну как много там у него вообще осталось-то? Цепленя.
что, никак тут не достать? Вот так вот. Ого, кусается. Я застрел. Приготовьте оружие! Судя по сканерам, по вам скоро нанесут удар! Спасибо. Великолепно сработано. Я просто безмерно рад. Жизни, ребят, не хватает. Надо брать идти как-то умудриться. Приготовьтесь защищаться! Они атакуют! Я рад, что они атакуют. Свалиться даже некуда. Я чувствую. О, все, тут нам уже бананы вставляют. Что, здорово, его мать. Быстрей. Ну кто где тут? Тут кто-то есть. А, о, нифига ты где. Goodbye, my love, goodbye. И что? Удалось отбросить. Что делать дальше-то? А, еще две волны, да, получается. Приближаются имперцы. Последняя волна. Ой-ой-ой. Враг в вашей области. О, это уже жестко, ребята. Дери. Все, мне конец, походу. Писец, писец, походу. Да что там за башка-то такая? Что? Придется. Я рад за капсулу. Сейчас опять их тут навалит вагон с телевизором. Обнаружена очередная спасательная капсула. Где? Захватите ее как можно скорее. Где обнаружен-то? Вон, на карте. В радиусе сканеров. Вам движется тяжелый ATST. Вот это плохо, он движется. Замечен имперский разведроид. Истребитель. Ну ладно, истребитель-то боки надо курицу завалить. Курица. Курица это серьезно. Враги появились на радарах. Вот, уже отсюда валят. Короче. Берегитесь, к вам идет ATST с тяжелыми орудиями. Берегитесь, я бы с радостью, блин,
берегся. Чё, тут кто-то есть вроде, да? Ну-ка. Это что было? Это был самолетик. Что-то еще тут есть. Помимо меня, походу. А вот он, пришла курица. Пришла курица. Бабай, когда ты уже загнешься. Уже пора бы давным-давно. Фу-то, наконец-то одного победили. Е-мое, еще остался самолет, да? Этого мы не возьмем, наверное, так. Во. Скорее, ты где? Давай, блин, и батарейки тебе не добавить. Иди твою налево, во. Сейчас подождем, он пойдет на нас. Прекрасно, вы добыли планы. Пусть и ценой потери. Пора наступать на Саласт. Да ладно. А вы-то где были? Нам надо выбираться. Кого подбросить? Нас подбросить. Ну что, нажмем продолжить, посмотрим. Так, сложно. Мастер. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Заново нам не надо, выходим. И что же делать? Как же быть дальше? А чем проходили-то вот это? Выживание в Саласте. И что? Тут ни хренашечки, ребят, не понял. Выживание. Игра. Задание. Так, битва на... Ну где? Давайте еще попробуем, посмотрим, если что я выйду. Ну я так понимаю, что это как наподобие карты. Там надо бегать, стрелять. Что-то я не могу найти сюжетный режим. Вообще его, походу, тут ни хрена нету. Вот. Так что, ребят, подписывайтесь на игровой канал, да. Смотрите видосы, делитесь видосами, подписывайтесь в группу, кому интересно, там по Спинтайрусу. Значит, ставьте лайки. Будем смотреть что-нибудь тут обзорить, что есть, чего нет. Ага.
Давайте запал станцев, как всегда, мы будем возьмем вот это и возьмем вот это, как обычно, и все, и погнали. Ну это я понимаю, это кусок карты, карты очередной. Да. То есть сюжета как такового тут ни хренашечки нет. Нужно победить имперцев. Нужно, да. Да ладно. Нужно сюжет тут сделать, ребята. Хотя бы для прохождения, для интереса. Вот это было бы, да. Начало хорошее. Сколько 100 надо убить? Охренеть. Да, такие каких-то модных зимних костюмчиков. Не пойму, где они берутся. Ну что-то тут вообще. Ух, все вокруг, ребята, везде. Давайте побежали сюда, тут по кругу. Слушай, бегать надо по кругу, так понял. Бегать и колбасить. На-ка тебе контрольную голову, хедшот. О, пулемет нашел. Ну толку-то от этого пулемета, как бы он там. Опс. Кто стрелял? Сорян. Ваши бабы бегут. На-ка тебе. Бан. Не прокатило. Пошли наверх. Будем на горе тут отбиваться. На горе тут проще. О! Да вы откуда, парни? Что-то я не понял. Имперцам теперь нас не догнать. Да ладно, не догнать. А вдруг? Так, сколько его? 30-ку наколотил. Где, блин? Ё-моё, думал прыгнуть сейчас. Давай, полетели. Е... Умри, собака. Как бы основной, конечно, это рюкзачок, ребят. Кто шмальнул? Откуда, кто, откуда, кто, где? Не понял. Эй, обезьяна. Обезьяна, ты с кем? Вау! На-ка!
Надо бояться этих подрывников. Смотрите, какие они злостные. Это что за хрень? Не понимаю, что собирать тут. Где вообще кто, я не понимаю. Вот он наверху здесь. Блин, а у меня и рюкзачка нету. Турбинки-то не зарядились. А ты присадишь, да? А вот он ты. На-ка, хэт. Поймай. Так, что там? 51. Что-то там братва все бегает бесполезно как-то за мной. Ага. Ой. Да ладно, её штурмовик меня грохнул. Вот вам. Блин, тут пещерки клёво. Так, где война-то тут, я не пойму. Вич, вич. Наших парень. Так. Смотри, что творит, а. Фу, это сырой, наверное, да? Своего чуть не расхрен начал. Я думаю, что за обезьяна там стоит? Что-то вы охренели, ребят, как под конец тут вы начинаете тащить, что ли, не пойму. Он тут напугал меня, парень. Пью-пью. Блин, столько народу закирдосили и на тебе. Собирай быстрее, собирай. Все, отлично, собрали. Вы победили врага. Ух, есть контакт. Да прибудет с нами сила, ребята. Так, ну и что? Что продолжить заново? Это все не то.
Давайте на этом, ребята, внутри закончим по Start Wars, да, Battlefront. Значит, будем смотреть, что там, где, как, когда это все расщепурится. Ну, это, конечно, шняга, что тут не могу найти сюжетку, вот реально. Поэтому меня просто как-то бесит, да не знаю. Ну, вот на кой болт тут вот лазить, да? Ну, не понимаю, тут ощущение, что она просто тупо онлайн игрунка, в которой вот, ну, нехрена там делать, ребят. Статистика сетевая. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Все херня, короче. Тут это все дополнение. Где эти дополнения? Как еще колбасить? Вообще не догоняю. Ничего не работает. Ну, в сетевую сколько тут не щелкал, не нашел. Так что, если что, ребят, кто знает, пишите. Можете в личку писануть, там, группа ВКонтакте тоже. Ссылочка будет под видосом. Кто знает, где тут есть. Если есть где-то, значит, карьера, там, прохождение. Да, они эти миссии там нелепые. Как бы все это, конечно, да. Хотя, в принципе, еще сам положу, почитаю. Так, в принципе, да. Управление, стрельба, графика, в принципе, все офигенно. Ну, была бы сюжетка, мультиплеер рабочий, то есть, ну, не знаю. В принципе, так, без сюжета, я бы сказал, как бы не стоит игра этих денег. Был бы сюжет, ну, тоже не стоит этих денег, но сюжетом поинтереснее, поприкольнее. Так что вот, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео. Вот, проходите, подписывайтесь в группу также. Ссылочки там, ну, в группе есть. На игру Spin Tyros. Также в разделе товаров там Workships, танки. Ссылки там есть. Warthunder, да, Hunter, как он там называется, самолетики. То есть можете по ним тоже проходить. Там, правда, по-моему, укороченная ссылка вложена, да. Нажимайте, не бойтесь, нажимайте справа пропустить рекламу, пропускайте, попадайте на сайт, где можно скачать, зарегистрироваться, игру, там эти танки, самолетики, кораблики. Это в разделе товаров группы присутствует. Можете проходить, не париться, то есть все там, ребят, есть. Все, и с вами был Драйвер 51 Рус, всем удачки и всем пока.